Всем здрасте. Абрикоска перед нами. Постоял, подумал и так вот покружился, повертелся и думаю, все-таки с него можно сделать разреженно-ярусную крону. Вот. Хотя, можно сказать, вырежьте центральный проводник. Вот так вот. Удалить, и у нас получилась чашница. Но все-таки что там, ну не лежит у меня душа сделать с нее чашу. Будет у нас разреженная ярусная крона на абрикосе. Вам удачи, а я пошел кромсать. И ветер. Бррр.